Всем привет, друзья! Четверг, 3 ноября 2022 года. Ой, такс. Что делаем? Что успели уже сделать? Корову подоили. Индюков забили. Трех штучек. Последнего мальчика забили. И двух девочек сегодня. Что еще? Оладушки бабушка напекла. Всех накормила, сейчас сидит котлеты стряпает и макарошки бабочки собралась отваривать. Ну, ребятишки так заказали. Вода греется у меня щипать индюков. Фима, он сидит, играет, да, Фим? Да. Хотела творог варить, да это самое, посмотрела, еще не до конца скисло молоко, будет мелкая фракция творога, не хочу такое, хочу покрупнее. Вот, поэтому решила до вечера оставить. И адыгейский надо будет вечером тоже сделать, потому что у меня... Заказали его, да? Вот. Что еще? Сегодня на улице у нас минус 3, наверное. Нет, минус 3 ночью было. И сейчас вот около 0, но как бы не замерзает. Вроде как дорога не скользкая. Пасмурно, дождь, правда, пока не идет. Такое-то изморозь какая-то лежит на дорожках. Сейчас вот в огороде ходила с дедом, когда ходили. Вот, что еще новенького? Да ничего, Матвей вон проснулся, сейчас пойдут они стрелять. Корова ночевала нормально, заходила в конюшню, там спала. Сюда выходит только сено поесть, доила тоже ее внутри. Вот. Ну, сегодня дверь заделают и уже загонят, не будем, конечно, выгонять. Прохладно уже становится, холодно. Хотя посмотрим, если ноль днем, что бы не выйти и не прогуляться, если она так легко туда-сюда ходит. Ну, посмотрим, как с дверью будет. Насколько дверь широка и, окажется, узкали, не знаю. Вот. Через сколько уже будет готово? Через сколько уже будет готово? Стрелять надо, да. Ну, через 20. Ну, ты же оладьи не будешь есть, я же тебя знаю, ты хочешь мясо. Да. Ай, ладно, поэтому будем сейчас считать, чтобы еще было больше мяса. Что еще, что еще? Да вроде и все. Так что вот такая сегодня планируется работа. А, ну белье сейчас еще пойду развешу. Достала все последнее, носки там у меня стирались. Так что все, пойду развешу и сяду. Вон тетя Ирина ходит, гуляет в огороде. Что-то она сегодня с самого утра решила погулять. Ну ладно. Так, ну что, едем мы уже обратно на самом деле. Съездили за кормами, Алеша меня... Сорвал с работы. Одного индюка успела, только выщипала. Да и то не очень чисто. Надо сейчас дощипывать будет. Завтра они в Тагил поедут. Им взяли маленько, заехали булочки. А воду я не взяла. Забыла. Значит, молодец. В Фимере сейчас бери тогда что-нибудь. А там есть маленький, думаешь? Посмотришься. Вот ты, блин, забыла. Думаю, что все я взяла. Нет, не все не взяла. Вспоминала. Ну, вроде так, все, воду забыла. Пить-то надо, что-то будет. Ладно. Сейчас зайду в фермер я. Тогда возьму. Колбаски надо, хоть им бутерброды с собой сделать будет. Хлеб взяла. Вообще вот так. Прокатились маленько. А, на Wildberries еще заезжали сейчас. Сниму я на обзор вам кое-что интересненькое там. Так что... Смотрите, скоро будет. Скоро будут эти обзорчики. Так-то интересные штучки пришли. И для кухни, и одежды какое-какая там. В общем, вот так. Вот видите, пасмурно, как покажу. Но дорога еще не обледенела сегодня. Плюс вот такая вот она дорога. Сухая даже, да? А завтра-то что, плохая будет? Ага, надо именно на электричке поедем. В Екатеринбурге уже снег лежит. В Верхней Пышме снег лежит. А там неизвестно, да? В Тагиле еще севернее. Тагил-то, ну, севернее. Севернее. Ну, уже, может, сейчас ты... А обратно уже пойдешь, да? Да, обратно, может, снег. Все понятно, ну ладно. Сейчас напоим. Идет установка двери. Корову посадили на цепь в конюшне. С этой стороны головой, дед, не стукнись. Устанавливать пошли. Нагадила, говорит, воду надо менять идти. Ну, сейчас я оденусь, так поменяю. Снег пошел, друзья мои. Очень именно в ограде наделали.
Что-то там опиливали. Видимо, навесы когда делали, что-то не пошло. Они это строгали. Вижу, рубанком долго с двери возили, что-то подгоняли. Так, снизу заводить-то надо. Вверх сначала, а потом вниз поддалбливать лучше. Что, прижал сильно руку? Ой, вообще вот так вот воюем. Воюем. Я на своем фронте. У меня там все скучно и гладко. Вскрытием занимаюсь сейчас. Вот, опалила. Сейчас вскрываю. Одну вскрыла уже сейчас. Доделаю, да буду разделывать. Ну, индюшки поменьше, с ними попроще. Фитка бегает. Ладно, сейчас оденусь, пойду воду коровью менять. Так, ну что, друзья, я делаю сыр адыгейский. Уже 9 часов. Алёша, не шуми, я все-таки снимаю. Не кричи, что кричишь, ты идешь. Ой, вообще. Вот так горлопанов-то хватает. Устала, конечно, до невозможности я сегодня. Не знаю, вроде и несложная работа этих индюков щипать. И в то же время что-то как-то сложно. Все, сидишь, спина устает. А вот, и однообразное, видать, да, что весь день приходится сидеть, то щипаешь, что вскрываешь, что разделываешь, в общем, вот так, утомительно. Вот, что, вечером землю не пошли таскать, Матвея, сказал дед, нельзя нагружать сегодня. Ну, раз тренер сказал, значит, нельзя. В общем, землю они не таскали, но они долго с дверью провозились, наверное, часов до 4, да, только в 4 пришли. Вот, что еще там? Не знаю, больше вроде никаких новостей нет. Так что поедут они завтра с самого утра в Тагил. Надеюсь, все, в общем, удачно сложится. Ну, не знаю, они еще ни разу в Тагил просто не ездили на электричках. Как там что, потому что с пересадками, удобно это, неудобно. В общем, сами еще не знают, будут смотреть. Ну, как-то разработали маршрут, будем надеяться, что не утомятся слишком. На электричках, они все на машине, но сейчас гололед, вот сейчас еще плюсовая температура, дорога мокрая, обещают минусовую ночью. Вот такие дела. На ужин грудку жарили, в соусе в Балтимор делали, у нас Балтимор еще с того года есть, мы ее заливаем, вкусно получается мясо тушеное в соусе Балтимор. Светлане Виноградовой привет, кстати, да. Вот, и спагетти опять отваривали. Ну, чуть побыстрее, потому что все есть хотели, побыстрее сварили все. Так, ну ладно, все, кончайте свои телячьи нежности. Я буду прощаться уже, забирайте камеру, все, давайте завтра. Все, пока-пока.